Всем привет! Вы на территории Империи Зла. Продолжается симуляция РПЛ. Динамо. 20-й тур. Урал будет его принимать. Урал решает задачи по выживанию. И пока вполне успешно. Я думаю, что вы из первых минут Лазар Ранжелович. А еще Эмерсон. В защиту. Динамо будет играть в синих цветах, Урал в оранжевых. Лесовой начинает с центра поля. В прошлом туре в Краснодаре Динамо не смогло забить, но, впрочем, не пропустило. Мишкич. Интересная история, связанная с противостоянием Урала Динамо, заключается в том, что в сезоне 21-22 именно Урал, победив Динамо, помог и очень серьезно помог своим зенитовским друзьям завоевать золотые медали уже 30 апреля. Потому что «Зенит» тогда выиграл «Локомотива», и отрыв 9 очков чемпионский был именно у «Динамо». «Динамо» тогда был на втором месте. В конце концов «Динамо» уступило это самое второе место клубу «Сочи». Лесовой пас на Тюкавина. Гагниза. Сейчас «Динамо» от «Зенита» очень далеко. Отставание примерно 15 очков, примерно, реально 15 очков, был уже 13, после осечки в Краснодаре целых 15. Лазар Анжелович, первый опасный момент и удар, и добивание даже, гол, вот это да, Мишкич, он забивал в апреле. 1-0. Урал впереди. Сазонов. Скопинцев. ЦСКА обыграл «Зенит» в 20-м туре. И если «Динамо» проиграет «Уралу», оно будет отставать с армейцем 3 очка. Сесе. Каштанов. Эмерсон. Ох, какой пас. И удар. Шунин. Тюкаем. Лесовой. Тюкаем. Ох, какая ошибка. И 1-1. Привез он себе Урал. И Лесовой сравнил счет. Каштанов. Начинает с центра поля. Егорычев. Сесе. Ибрагима Сесе. Дает передачу, но поздно читает ее Егорычев. Гораздо позже, чем Скопинцев. Тюкаен. Бежит вперед. Против него Герасимов. Тюкаен, можно делать передачу. Эмерсон. Мобильно действует Эмерсон. Разворачивается в трудной ситуации. Сесе. Уходит от Скопинцева. Но от Мора не ушел. Лесовой. Динамосу нужна только победа. Только победа позволит рассчитывать на медали. Потому что Ростов свой матч выиграл. И гол. Смолов. 1-2. Забивает Федор Смолов. Но чем ответить Урал? Юрий Железнов.
Нет, железного мяч ходит. Замену будет Гончаренко. И будет Олег Шатов. Смолов. Герасимов. И Смолов фалит на желтую. Пас точно на Сесе. Уходит Сесе. И надо забивать 2-2. И Олег Шатов лучше на замену забивает 2-2. Восемьдесят первая минута. Динамо нужен еще один гол. Скопинцев. Ошибается Мишкич. Шатов. Шатов не прошел. Гарниза. Идет Динамо вперед. Но Герасимов отбирает. Шевлюк, Шатов. Может сейчас принести Уралу победу. Шатов совсем немного не попал. 2-2. Ничья. Пользуется ЦСКА, Спартака, Зенита и Ростова.